Вот это где контент. Вот это реальный контент. Ребята, вот я добрался на место, где я буду начинать свою видеосъемку. А это донецкий парень наш. Как тебя зовут? Данил. Данил, я Виконста. Расскажи, куда здесь можно как попроще залезть? Ну, туда можно пойти, там легко можно забираться. Ага, просто я здесь ни разу еще не заходил. Ну, в принципе, там залаз нелегкий будет, да? Ну, такой средний. Средний, да? Ну, ты, кстати, здесь был хоть раз? Да. Залазил, да? Да, много раз. Но ты не рекомендуешь это делать другим детям, правильно? Да, конечно, это очень опасно. Это очень опасно, ребята, поэтому лучше вы посмотрите все своими глазами. Ну а тебе, Данил, большое спасибо, что рассказал. Ну все, спасибо тебе, Данил. Не за что. Буду я залазить вот туда. Так, итак, всем привет, друзья. Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем мощнейшую серию выпусков за Донецк. Донбасс от первого лица набирает миллионы просмотров. Эта рубрика рвет все рейтинги. Нас смотрят вся Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Германия, Южная Америка, Северная Америка. Огромное вам спасибо за поддержку моего канала. Мы продвигаемся, мы выходим в топ. И поэтому, друзья, сегодня я хочу вам предоставить эту красоту. Сейчас я нахожусь в подножье этого прекрасного искусственного сооружения под названием Терекон. Уже, ребята, хочется быстрее туда залезть и показать донецкие красоты от первого лица. Ну что, погнали? Ребята, площадь в основании этого Терекона 53 тысячи квадратных метра. Этот Терекон не действующий и не горящий, имеет форму конуса. Чем-то смахивает он на Марс. Очень красивые пейзажи. Мы сейчас в самом низу и потихонечку будем двигаться вверх. Я думаю, друзья, вам этот выпуск очень понравится. Такое вам не покажут ни по одному YouTube-каналу в Донецкой области. Первая остановка. Я снимаю все как есть от первого лица. Немного приоделся. Перчатки вот такие надел, вдруг чё. А так, конечно, вид впечатляет. Не рекомендую, друзья, вообще сюда залазить. Так как это все дело опасное. Ну ничего. Ребята, у нас только начинается рубрика. Фух, нормально. Вот это где контент? Вот это реальный контент. Такого вы не увидите пока нигде. Хотя со временем все возможно. Фух.
Ну вот вам Донбасс от первого лица. Ну как вам, нравится? По ту сторону у нас центр Буденновки, Алексеевский ставок. Там виднеются высотки. Ворошиловский и Калининский район. Это Чумаковская, Цов. Ну и дальше можете наблюдать Амстор вот и район Щетинина, Заперевальная, Объединенный. Ну вот, друзья, вся красота. Конечно, может быть, пройтись еще на тот Терекон. Залез, а спускаться будет тяжеловато. Ну ничего, мы донецкие парни. Мы это все вам показывать будем от первого лица, как бы нам не было тяжело. А то мне некоторые в комментариях пишут: что ты нам показываешь, Донецк? Покажи нам красоту. Вот, ребята, это разве не красота? Не в каждом городе присутствуют такие искусственные горы. Произведение искусства человечества. Друзья, есть в этой громадине что-то неизвестное, марсианское, пришельническое. Не зря у меня канал называется Виконство. Даже бабочки здесь летают. Так и ждешь, что из-за склона появится какой-то робот и начнет тут устанавливать свои порядки. Вот такая у нас планета Земля. Интересная, чудовищная, просто замечательная. Так что, ребята, любуйтесь этими красотами. Я сейчас вижу это в реальности своими глазами. Я думаю, этот контент вам по душе понравился. Мы только начинаем рубрику «Интересное в Донбассе». Мы будем расширяться, охватывать новые территории. Так что, ребята, ждите, на канале еще будет очень много всего интересного. На фоне Донецка. Класс. Я думаю, вам очень нравится. Вот, друзья, Донецк от первого лица. Представьте, сколько работы понадобилось, чтобы это все возвести. Какой человеческий огромный труд должен быть, чтобы сделать вот эту вот красоту. В нашем случае это добыча каменного угля в нашем Донецком регионе. Цените этот труд. Это бесценная работа. Сколько нужно было времени, чтобы это все возвести. И опять же, вот Терекон. Там Терекон. Там Терекон. Донецк. Единственный город на планете, где вы можете увидеть такое разнообразие Тереконов. В нашем случае они внизу только, в подножье заросли деревьями. А вот если можете по прямой наблюдать, то там деревья покрывают часть Тереконов. Ну что, друзья, давайте залезем, попробуем на эту горку. Вот где, друзья, топовый контент. Такое реально не каждый покажет. Да и по телевизору такое редко показывают. Один негатив. С самого детства смотришь телевизор. Один негатив. 5% информации всего лишь позитив. А остальное, все самое худшее, это добро пожаловать на телевидение. Я уже сколько раз буду повторять и говорить: ребята, в телевизоре, в этом зомбоящике ничего путнего не показывают. Единственное, что погода, и то. Сейчас в телевизоре ее редко смотрят, в основном все в интернете. И то она неправдивая. Бывает, смотришь, дожди, выходишь на улицу, солнце. Как, что, где, никто ничего не знает, никто ничего не видел. Так, здесь будем подниматься, нет? Склон здесь хороший. Ну ничего,
мы покорим эту вершину. Вот здесь видно такие мелкие пробоины. Здесь скатывается вода с этого всего дела. Ну вот, друзья, вторая вершина у нас покоренная. Ну как вам, это кажется еще выше, чем предыдущая? Да. Уж. Ну вот, друзья, сам спуск. Так что не рискуйте ни в коем случае. Это видео сделано исключительно в информационно-развлекательных целях, чтобы посмотреть воочию красоты Донбасса. Друзья, мы сейчас на второй вершине. Ну как вам вид? Это наши Донецкие горы, Донецкие Териконы. Донбасс на ладони. Вот, друзья, практически он на ладони. Но мы на третью вершину не полезем, так как здесь можно, конечно, спуститься вниз, но там, я не знаю, просто где можно беспрепятственно подняться. Можно здесь, конечно, залезть, но будешь весь в грязюке. На фоне этих прекрасных гор мы будем завершать этот видеоролик. С вас абсолютно любой адекватный комментарий под этим видео. Так как я родился и вырос в Донецке, я буду по максимуму показывать эти красоты, которые должен увидеть каждый на планете. Не каждый город может похвастаться этим. В нашем случае Донецк может. Поэтому все это сделано, чтобы показать, какой Донецк на самом деле. Донецк от первого лица. Эта рубрика продолжается, и она будет охватывать все новые и новые регионы. Поэтому спасибо, что просмотрели этот видеоролик. Но мне еще предстоит путь спускаться вниз. Но я думаю, что мы уже покорили эти вершины. Конечно, еще осталась вот та и вот та, но я думаю, вам этого будет достаточно, чтобы посмотреть эту всю красоту. Ну что, друзья, погнал я спускаться. Одеваем снаряжение и в путь. Потихоньку, не спеша. В этом деле спешка не нужна. Конечно, можно с дуру сейчас просто разогнаться, но лучше не рисковать. Тише едешь, дальше будешь. Не зря есть такая пословица. О, нормально. Ботфорты взял как раз в самый раз. Для такого спуска пригодится. Опа! Так. Ну и не терять скорость. Залетаем на эту вершину. Here we go! Так. Здесь уже будет поинтересней. Так, а где я залазил уже? Что-то я забыл уже. А, вот следы мои. Сюда спустимся.
Тут немного получше склон. Конечно, ребята, не знаю, как камера, но не передает все равно YouTube еще эти адреналиновые ощущения, которые ты показываешь на экране. В реальности это все выглядит намного круче. Но ничего, в ближайшем будущем, я думаю, мы будем все это наблюдать через десятки тысяч лет. Хотя, может, вдруг нас захватят инопланетяне и расскажут нам всю правду, чего мы не знали, либо какие-то секреты сделают нас самыми лучшими на всей планете. Вот вам и Виконста показывает Донецк от первого лица. Так, ну тут уже попроще. Хотя все равно. Опасно. Конечно, ниже земли не будешь, но в какой-то канаве можешь очнуться. Ну вот, друзья, еще один ракурс. Наклон горы небольшой. Всего лишь где-то градусов 70, может, 75. Здесь уже попроще немного. Еще раз, друзья, воочию, чтобы вы увидели эту всю прелесть. Прелесть Донбасса, Донецкого региона. Там, кстати, какой-то ставок, что ли, был. Ну, наверное, с террикона вода скатывается. Ребята, сейчас на улице плюс 36. Время где-то около 3 часов дня. Может, начало 4. Тут главное в самом конце не звездануться. А то всю вершину прошел, и тут где-то я могу шлепнуться. Кстати, растет акация, она колючая, поэтому аккуратно надо здесь проходить все это дело. Хопа.
Ну что, вот я и спустился, откуда мы начинали. Сюда мы, ребята, пришли. Ну а я пошел монтировать этот ролик для вас, только вы никому не говорите. Донбасс от первого лица. Ну что, ребята, Виконста делает топовые ролики. Пока-пока.